В акватории бухты Круглой стартовало клубное первенство города по виндсерфингу. Между собой соревнуются юные спортсмены, которые занимаются в серф-школе «Омега-Бэй». Участникам турнира не больше 15 лет. Они разделены на две соревновательные группы, соответственно, двум классам досок, на которых серфингистам приходится выступать. Представлен и класс, который входит в программу детской олимпиады «Биг Техно». Именно в этом классе на детские олимпийские игры уже прошел отбор севастопольский спортсмен Максим Токарев. В первый день в каждом классе провели по 10 гонок. Второй день у спортсменов сокращенный, поэтому гонок будет вдвое меньше. Старт первой гонки нам, да, пришлось немножко отложить. То есть изначально было запланировано на 11 часов старт первой гонки. Перенесли на 12:30, когда уже ветровые условия позволяли провести старт. Эти внутриклубные соревнования, по словам организаторов, подготовка к Кубку рыбака, который состоится через неделю. Эти соревнования выше уровнем, и участвовать в них будет уже гораздо больше спортсменов из всех яхт-клубов города.